Потапенко с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с Санкт-Петербургского международного экономического форума. Следили ли вы за ним и что можете сказать? Насколько это мероприятие отличается от предыдущих? Ну, я на нем был. Вот сегодня просто иной день. Сегодня день вождей. Я к ним не отношусь даже там ни к 10-му, ни к 20-му эшелону. Но это достаточно бессмысленный вопрос. Сейчас поясню, в чем. Форум таков, какое общество. И поэтому рассчитывать, что форум будет отличаться от состояния общества как-то фундаментально, это большая-большая иллюзия. Форум соответствует той формуле, которую я многократно воспроизводил в наших с вами эфирах, что Россия – феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Он делается для определенных целей, поэтому там разговоры, является ли он международным, является ли он экономическим. Ну, все зависит от того, в какой когорте вы относитесь. Если вы как это плебс, вроде меня, то вы там, либо там на шестой приседающий, то к вам он, конечно, не относится. А если это фундаментально вы входите вот в элитку, то это такое расширенное послание Федеральному собранию. В этом смысле он международный и экономический. На что следует, на ваш взгляд, обратить внимание? Какие выводы можете сделать? На следующее следует обратить внимание, как будет создана рассадка, как будут в эту рассадку сажать людей за ленточкой, кто будет сидеть, кто будет, в какой последовательности будут выходить главы корпораций, кто их будет сажать, на какое, как они переместились относительно прошлого года. Будут, ну, как в любой Византии, крайне важно понимать, как во дворе, кто назначен любимой женой, кто нелюбимой женой, кто переходит в какие-то иные там когорты. Обычный гарем такой. Спрашивают наши зрители, просят вас прокомментировать нейросеть ЛДПР с тем, кого называют Владимиром Жириновским. Что вы думаете об этой истории, об этом проекте, о чем это вообще свидетельствует? Такой вопрос из чата. Коллеги, мы, каждый из нас, можем развлекаться. Сейчас с нейросети очень выгодно поразвлекаться, там свои изображения туда вложить и посмотреть, какие мы там геройские выглядим. Ну, я, например, вот сейчас, поскольку пишу диплом, я использую для того, чтобы, поскольку в дипломе очень много надо мудрых и абсолютно бессмысленных слов писать, ну, как при советской власти я писал, что там любая курсовая работа, но очень важно, чтобы там первая часть и первая ее треть была посвящена цитатам из любимого Леонида Ильича, цитаты из «Малой земли», там, из последних решений съезда КПСС. Ну вот для этого очень удобно использовать нейросеть, которая подкачивает в том числе и какие-то незначимые слова и цифры, и все остальное. И каждая сейчас группировка, тот ресурс, который у них есть, использует, развлекается. Поэтому хороший такой развлекательный тренажер. Более того, с точки зрения политики можно создать, ну, до создания таких сетей были, если помните, такие бумажки, когда можно было, называлась бумажка для создания универсальных речей. По сути дела, вот то, что делает сейчас искусственный интеллект, это то же самое, когда у вас там первый столбик, шестая строчка снизу вы берете, и у вас возникает даже некоторым образом осмысленная речь. Поэтому, ну, каждый развлекается по-своему, что тут особенного. Ну, это, кстати, ведь еще у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» был литературный конструктор. Вот я рад, что все-таки приходится беседовать с людьми, которыми не надо воспроизводить, что куда более древние были аналоги. Я боюсь, что даже до Ильфа и Петрова существовали подобного рода аналоги, и их можно найти еще в царских времен. Боюсь, что даже от времен фараона там тоже была какая-нибудь клинопись, которая позволяла создавать какие-нибудь литературные шедевры. Но, тем не менее, все-таки фигура Жириновского после смерти, кажется, что ее пытаются каким-то образом воскресить в медиаполе. Я уже неоднократно это обращал внимание в наших эфирах, что когда у нас были боты, а мы сейчас провели революцию в нашем Телеграме, ботов, надеюсь, станет меньше, но, тем не менее,
почти каждые 15 минут всплывала формулировка «Жириновский предсказывал», «Жириновский обещал», «Жириновский живее всех живых» и так далее и тому подобное. Тут Жириновский нейросеть, там Жириновский в качестве ботов, ну и везде, кажется, Владимир Жириновский, хотя в физическом мире его уже давно не существует. Есть на него какой-то особый запрос, вот как вы считаете сейчас? Создание политическое брендирование — это такое же брендирование, как, не знаю, брендирование автомобилей, сигарет, молока, магазинов и всего остального. Поскольку можно отмотать и найти эти фразы, которые я говорил, что бойтесь, если помрет когда-нибудь Владимир Вольфович и Геннадий Андреевич, наша политика превратится в тусклого игуана, потому что эти два харизматичных и представляющих собой логотипа, скажем так, есть логотип Жириновского, есть логотип Зюганова. Даже Зюганов-младший, который, как вы знаете, я думаю, выдвигается на мэра Москвы, он использует тот же бренд, он использует фамилию. Поэтому крайне важно для ЛДПР, чтобы подхлестнуть интерес к себе и не быть блеклой партией, а партия была всегда партией человека, естественно, использовать маркетинг Жириновского. Без этого выходить, например, на осенние выборы. Осенние выборы — это не только выборы мэра Москвы, но это и выборы множества, там, у нас много каких там выборов, без этого бессмысленно. Здесь как раз я уверен, что выборы осенние пройдут под, там, под картонным или, наоборот, электронным сенью Владимира Вольфовича. И это очень правильно, потому что, ну, других-то как-то лидеров нет, других писателей для нас, для вас нет. Ну, кстати, ведь, насколько я понимаю, все-таки ЛДПР искала некую альтернативу. Вот Виктора Бута они как раз ввели в партию, но, судя по всему, ничего не получилось, и вышло тут как раз небольшое такое расследование, в котором говорится о том, что Бута-то они взяли, в партию включили, а чем его занять, так и не поняли. То есть они оставили попытки найти альтернативу Жириновскому именно в плане какой-то личности, какого-то такого медийного бренда? А здесь крайне важно понимать, что Владимир Вольфович был не только хорошим трибуном и вот актером во всех смыслах этого слова. Он и обладал в том числе и, ну, скажем так, кредитом доверия у первого лица, то бишь у ВВ. И невозможно этот кредит доверия передать кому-то, то бишь для ВВ. Вы основной, кто должен принять этого человека, это не как его там народ, а должен принять ВВ. Он должен сказать «да». Ему, этому человеку, неважно, будет Бут, Потапенко, там, неважно, Слуцкий, вы ли будете, неважно, что я ему позволяю, ну вот много чего делать. А Владимир Вольфович был безопасен в этой части. Он был громким, шумным, поскольку я многократно с ним пересекался, в том числе и на Клубнике, так скажем. Я его видел как в кадре, так и за кадром. Но мне всегда его, честно говоря, было слегка жаль, потому что всегда хотел сказать: отпустите дедушку к внукам и к правнукам. Потому что играть, все время тянуть на себе вот эту обузу второй аватарки, которая вокруг вас существует, то есть он был заложником своей роли. Ну, кстати, вот сегодня, на ваш взгляд, все-таки вот эта роль Жириновского, ну, ее по-разному называют, там, роль шута, роль некого такого зондирующего политика, что через него, скажем так, выпускают некие идеи в радикальном контексте, а потом смотрят, что приживается, что не приживается, и в более умеренном виде потом вводят. А она сейчас вакантна, она сейчас свободна, или все-таки кто-то претендует всерьез на это? Пригожин. Пригожин как Жириновский сегодня? Конечно, Пригожин как Жириновский, конечно. Пригожин — это прямо... То есть если бы он... Ну, у Пригожина есть слабое звено, очень слабое звено. Он не старый по номенклатурной обоймы. Он вот такой, как я говорил в наших с вами эфирах, такой чит-код системы, который ввел же сам ВВ. А теперь он понимает, что... Ну, он не по пояс деревянный, он понимает, что для него этот чит-код является уже и вызовом. То бишь все-таки Пригожин... моложе, Пригожин более человек, который может переходить любые красные линии, и, конечно, он официально будет вам в лицо говорить, что я там не я с ВВ буду, там только я ему подчиняюсь и все остальное, но это до определенного момента. Но Пригожин, если брать по фактуре, он близок как раз к тому функционалу Жириновского, ближе всех.
Он может делать много, но он не в статусе, его по статусу очень сильно опустили. За последние там, 3-4 месяца ему как раз не дают официального статуса, то, о чем я тоже говорил еще в прошлом году, что ему этот год для него всего год серьезнейшего политического вызова, ему нужно получить официальный статус. И если мы возьмем Рамзана Ахматовича Кадырова, который имеет официальный статус и имеет свою армию, то у Пригожина пока еще есть своя армия, но нет официального статуса, и в этот официальный статус его также не вписали. Если вы посмотрите на ПЭФ, то пригожинских там нет, и Пригожина там самого нет. То есть, если исходить из логики, что Жириновский не был опасен для Путина, это было таким его преимуществом, Пригожин сегодня тоже не опасен для Путина, и это является его преимуществом? Он все-таки Пригожин помоложе и подерзее, он может перейти линии. Жириновский это, ну, вспоминаем все-таки, Пригожин выходец из КПСС, ну, просто извините, там, молодому более поколению, все думают, что оно возникает как-то, любое явление возникает из ниоткуда. Нет, Жириновский это человек абсолютно КПССовский, он понимает правила игры, он понимает красные линии, он понимает, что не, как-то надо пытаться выигрывать, но не выигрывать. И это понимает вся старая партноменклатурная ячейка. Пригожин из других, Пригожину нужна победа. Ему реально нужна победа, потому что у него нет других вариантов, ему нужно выжить, ему в этом году надо выжить. И если он не получит официальный статус, а уйдет как раз в тину информационно, почему он такой мощный информационный контекст вбрасывает и не сбрасывает со счетов и содержит не просто своих там, агентства ФАН, но если вы посмотрите по его лекционному туру, а он недавно сделал лекционный тур, ведь что он сартикулировал? Он там много чего говорил, но это не столь важно. Это все было мишура, прикрывающая базисы. Что он будет создавать центры. Конечно, он говорит, это не политические центры, но это центры, где мы будем подтягивать патриотических людей, которые будут писать, а мы им будем как-то делать сопровод какой-то. Даже тот же скандал с его интервью и увольнением его интервьюера, он сказал, что мы его подтянем, все нормально. Это тоже очень такой правильный заход именно на информационную повестку. Другое дело, что эту информационную повестку держат в тени. Всем федералам уже дана команда, темник, что Пригожин ни в каком контексте, ни в положительном, ни в отрицательном не должен как-то употребляться. Византия. Поэтому вот эту Византию надо на нее обращать внимание и оценивать. Спрашивают наши зрители, как вы оцениваете заявление Григория Лепса и Николая Баскова, которые готовы платить по 1 000 000 рублей за подбитую технику ВСУ. Для чего нужно было задействовать исполнителей популярной музыки? Вот это требуется Кремлю сейчас, вот как включение этих персонажей? Нет. Это требуется не Кремлю, это требуется медийной группе, в которую они входят. Эти джентльмены, они прекрасные и удивительные, но у них функционал другой. Они же платить не сами будут, они же будут платить с чего? С гонораров. А гонорар откуда? Через медийную группу. А медийная группа откуда получит гонорары? Только в том случае, если будут концерты, покатушки, там фонды будут приглашать их на какие-нибудь вечеринки и даже далее везде. Поэтому не надо все-таки на Григория и на Николая вывешивать больше, чем того им следует. Но русская медиагруппа возглавляется, как мы знаем, чемпионкой Олимпийских игр по художественной гимнастике. Правильно я понимаю? Да. Вы очень хорошо понимаете, как от Византии. Ну, поэтому зачем обсуждать незначимое, когда есть, и вы понимаете следующую значимость, кто это озвучил. Это мог озвучить, просто если вышел это какой-нибудь, не знаю, мальчик или девочка пресс-секретарь и сказал бы, знаете, мы тут приняли решение, медийная группа приняла решение по выплате, никакого ни упоминаний, ни обсуждений, ни в либеральной, ни в федеральной прессе. А тут выходят, говорят, что все ок. Но, кстати, в этом феодальном мире все-таки это решение исходит непосредственно от Алины Кабаевой или Алина Кабаева тоже транслирует некое решение, которое исходит от кого-то, кто над русской медиагруппой находится? Как вообще это устроено? Ну, все-таки Алина Кабаева женщина, которая относится к Владимиру Путину существенно
больше и ближе, чем просто как к человеку. Поэтому ну, это все равно, что сказать. Вы знаете, вот если бы моя супруга бы что-нибудь подобное озвучила бы. Ну, вы могли бы мне бы задать вопрос, потому что у вас нет возможности задать вопрос ВВ. Вы бы мне бы задали вопрос. Вы знаете, вы бы мне сказали, ваши там люди, входящие в холдинг вашей супруги, озвучили вот подобного рода текст. Ну, я бы сказал бы, ну, я люблю свою жену. У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, Андрей. Хотел спросить по поводу вот... Некоторые компании вот возвращаются на рынок, в частности, Reebok, Adidas. Вот новость июньская пришла, что они открывают свои магазины и так далее. Вам что-то вот об этом известно? И что там за история с Leroy Merlin? Значит, ситуация достаточно банальна. Значит, еще раз, делаем на несколько шагов назад, чтобы понимать, что происходит сейчас. Вот вы работаете, значит, развитие рынка происходит одним и тем же способом. Неважно, у вас авторитарный режим или режим какой-то там супердемократический. Сначала продается паль, вы об этом знаете как правообладатель. Потом появляются торговцы, которые возят, они пока еще не официальные дилеры. Потом появляется официальный дилер. Потом после официального дилера появляется официальное представительство. А потом уже появляется завод, если объем продаж достаточно. Теперь... Я как представитель бренда, ну, у меня с точки зрения маркетинга, ну, у меня шеймят на других рынках, на которых я зарабатываю чуть больше. И что я делаю? Я говорю, ребят, значит так, официальное представительство я закрываю, и я как бы ухожу. Но дилеры остаются, вот эти все торгаши остаются, те, кто в представительстве, люди остаются. Что они делают? Они никуда не, контракты не разрываются, они точно так же садятся с представителем бренда и говорят, ну, мы же с вами понимаем, что взрослые люди все равно когда-то все закончится. Те говорят, да, понимаем, но мы не можем официально. Но мы же можем покупать, например, у какого-нибудь там китайского, турецкого, индийского или еще какого-нибудь дилера, и потом, ну, что-то с этим делать. Можем. Собственно говоря, возвращение, они никуда не уходили. Они все здесь были, и эти люди, они здесь остались. Просто теперь будут открываться под брендом. И, скорее всего, я даже не исключаю, что я, как владелец бренда, сделав глазками вот так вот луп-луп-луп, скажу, я даже на них могу теоретически подать в басманный суд. Представляете, есть шанс, что для пиара и скандала я бы, например, это так и делал. Бренды в основном с точки зрения маркетинга туповаты, и они вот такой пиар своим оставшимся менеджерам не делают. Напрасно. Я им рекомендую подавать регулярно в суд и говорить, что я, как правообладатель, категорически протестую в басманном суде против того, чтобы моя продукция продавалась у кровавого режима Путина. Спрашивают вас также наши зрители, как вы считаете, для чего сейчас так активно пиарят блогера Стаса Айкакпроста, потому что он появился недавно у Собчак, до этого он стал работать у Соловьева. Я, кстати, видел фрагмент этого интервью, рекомендовать никому не буду, это, как говорится, на любителя, но, тем не менее, действительно, он стал именно заметен в такой политической составляющей. Вот знаете что-то о нем? Ну, я знаю его устремления и до того, как он начал появляться у Соловьева. Ведь, смотрите, в чем проблема Владимира Вольфовича? Он талантливо, собственно говоря, не только создает сценарий, но и талантливо достаточно играет. Вот эта эмоциональная подача, там кому-то что-то. Ну, это же актерство такое. Но возраст. А надо захватывать более молодежную аудиторию, поскольку все перемещается в ВК. А в ВК это более молодежная аудитория. Более того, я напомню, что вот на те платформы, на которые вышли, вынужденно вышли там «Дождь», «Эхо», ведь посмотрите на интервью, например, Курникова, и он правильно говорит, что если мы посмотрим на анализ, аудитория схлопнулась и получилось, она очень сильно омолодилась. Внимание, вопрос. Если вы занимаетесь информационной политикой с другой стороны, то бишь из администрации президента, например, этим занимается Алексей Алексеевич, но другой, Громов. Да, абсолютно верно, да. Вот вы всех знаете, вы можете больше им рассказывать, чем даже я. Вот, не надо быть дураком, надо вывести какой-то молодежный бренд. И должен появиться молодой, который, что называется, херами всех обкладывает. Собственно говоря, в интервью, я не знаю, смотрели ли вы его полностью, он, в общем, такой, как это, по борзоте такой, а что, ты кто, да ты предъяви, да я тут здесь. А поскольку он понимает, но ему укорот-то дают периодически в эфире, когда он переходит границу, он еще пока не выработал свою, то есть если Владимир Вольфович уже профессионал,
Он знает как бы красные линии, куда переходить, куда не переходить, кого нахер посылать, кого с кем, как говорится, дружиться. То Стаса как бы его немножко заносит. Именно поэтому его периодически там прерывают по тексту. Он понимает, с кем можно борзометр включать, а с кем нельзя. Вот для молодняка он самое то. Такой молодой, борзый, типа марксист, а марксизм, весь его марксизм, он же на уровне того, что как это... давайте-ка пограбим, ну, обычно такой бандитизм. Весь, обычно за марксизмом почему-то скрывается обычное бандитское мурло. Другое дело, что он молодой, и, там, и для старшего поколения-то обычно таких просто в говне так аккуратненько притапливали, и они дальше как это, фекальных полей капотни не выходили, потому что он когда-нибудь напорится на подобного рода, соответственно, просто исчезнет из официального как-то публичного пространства. Но потому что он переходит границу, он наступает своим. Но он, понятно, либерот, он может там хреначить налево-направо. Это он понимает, что это безопасно. Именно поэтому ему в ушко-то прилетает. Вот это ты перешел. Но он выработает свой стиль, и все у него будет хорошо. Он вроде парень-то не он молодой, такой умный, понимает, где с кем можно рамсить, а с кем нельзя. Извините за такой сленг. Ну, ставка на него сделана, то есть можно ли говорить, что это вот тот самый, которому дают лавры такого нового комсомола, будешь возглавлять? Нет. Это финт ушами, эти вожди уже прошли. Вспомните «Россия молодая», вспомните «Идущие вместе». На эту мину они уже наступали. Вспомните, вот я же выступал, когда на Селигере, была же экономическая там и предпринимательская смена, а была чисто политическая. Там же ведь их, этих уже со старых пердунов-то уже осекло то, что по факту все, кого они подняли, по странному стечению обстоятельств, заработав бабла на либероте, на отрезании головы бабушки, господи, уже забыл, тут у нас была 90-летняя правозащитница, вот вылетела их уже фамилия из... Вот, на колы, когда головы сажали, они же увидели, что они потом свалили все в итоге в Америку. Потупчик, посмотрите, опять-таки. Ну, то бишь, их этот тренд очень сильно волнует. Они понимают, что этому молодняку нужно дать какое-то поле для там, денег, управления и всего остального. Держать его пока, вот он держит, грубо говоря, на медийном канале, да, но дать ему в управление там, какой-то условный комсомол, не дадут. Они уже просто на этом обожглись. Кстати, вы, наверное, имели в виду Людмилу Алексееву, да, из Кельсовской группы? Простите, да. Вот. Просто я просто когда был на той смене, это было очень давно, я вот высказал свое мнение. Я говорю, вы бабушку Алексееву-то куда тянете-то? Бабушка Алексеева, она защищала всех и вся. Уж, может быть, там на каких-то там вешали все... Головы на кол много каких всяких политиков, но бабушку-то Алексееву могли бы обойти стороной. Она прямо божий одуванчик. Жалко, что, в общем, но она, правда, у нее были очень важные, правильные устремления. Да. У нас еще звонок есть, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, Вадим, Дмитрий Игремчане, Юлия из Новосибирска. Я бы хотела узнать, а иностранные компании, которые к нам приезжают и обратно открываются, они не учатся на их ошибках так же, как и мы? Вы приезжаете, привозите денег, мы тут сапсарапнем и завезем китайцев, и они будут работать так, что ли? Люди не понимают? Вот меня такой вопрос интересует. И как можно инвестировать или что-то открывать в России, я этого не понимаю, особенно сейчас. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос я забыла, как всегда, пока звонил. Ну, вы напишите Юля, мы тогда озвучим его уже из чата. Да. Да, Юль, ну смотрите, давайте с вами опять-таки, извините, что я все время погружаю, и про сегодняшнее я погружаю немножко в прошлое. Компания Siemens с вами, у нас с вами, мы еще тогда были совместным СССР, работала еще от царя Гороха, от царя батюшки. Она работала при СССР с нами. Как-то же они работали, то есть большая часть оборудования, в том числе и которое стоит, было воспроизведено в СССР, то есть разобрано, потом воспроизведено. Это все зарубежные компании. Если возьмете игрушки, машины, одежду, ну и все остальное, это по большей части снятые с патентной защиты за рубежом те или иные товары и услуги. Компании, которые сюда приходят, они все очень, 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 очень хорошо понимают.
Бизнес есть и в Сомали. Просто это закладывается изначально в финансовую модель. И обычно офис, который работает с так называемыми emerging market, ну, такими вот рынками с неустойчивой политической ситуацией, выделяются отдельные менеджеры, отдельные офисы, которые прекрасно понимают, как договариваться с вождями племен, вот, договариваться там, о тех или иных преференциях. Просто закладывается все в стоимость. Именно поэтому в Российской Федерации и в свое время в СССР многие вещи строили, стоили там в 3 дорого, в 4 дорого. Самый примитивный пример. Вы же видите, например, что джак, который стоит в Китае 900 тысяч, в России стоит под брендом типа «Москвич», хотя там непонятно, что кроме даже шильдик сделан, судя по всему, в Китае. Его пересобрали, он стоит 2300, 2600. Ну, поди фигово за, в общем-то, 3 конца получить. И как вопрос о том, а можно ли здесь что-то открывать? Можно. Потому что нефтегазовых доходов будет всегда. Феодалы будут платить за всякие плюшки. Ведь даже посмотрите тот же Таджикистан, Узбекистан. Там, казалось бы, очень авторитарные режимы. Но на чем ездит там Эмомали Рахмон? Там, посмотрите на Северную Корею, в которой очень ее вождь любит баскетбол. Вспомните историю, опять-таки, Советского Союза, любимую марку Владимира Ильича Ленина. Напомню, она была Роллс-Ройсом. Поэтому чудес не существует, а мир как это, труда и заработка, в общем, никак фундаментально не меняется за последние более чем 100 лет. А история с ограблением на первом, как говорится, Октябрьском перевороте, как вам кажется, должна была бы остановить, например, вложение 1932 года, когда всю российскую, точнее, советскую промышленность построили американцы? Ведь они что, не знали, что они строили это на деньги, которые были отобраны кровавым образом у промышленников Морозовых, там, Мамонтовых и же с ними? Они знали это прекрасно. Я, кстати, вспомнил, когда был в Туркменистане, вместе с президентом Латвии подогнали к трапу позолоченный Мейбах. Так что тоже не российская машина, мягко скажем. У нас есть звонок еще, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый день, Александр. Да, Александр, слушаем вас. Откуда? Дмитрий, приветствую ведущий. Вопрос такой, немножко экономический, как бы. После войны у нас всегда наступает голод, как бы. То есть после каждой. Когда он наступит? То есть? Никогда, потому что все-таки в Российской Федерации, ну, я всегда охлаждаю горячие головы, которые типа чиновничьи или патриотичные, говорят, что вот Россия совсем справилась, и точно так же охлаждаю головы, которые говорят России кирдык. Изоляции международной ее нет, потому что, простите, невозможно изоляция. Изоляция Европы изолирована норм, но в Европу вот там жены от Министерства обороны приезжают, они же там не тайными тропами пробираются, они там как-то в Куршавеле, как-то, в общем-то, отдыхают. Видимо, слово невидимо, я вам просто, наверное, не открою великую тайну, что политики — это продажные сволочи, которые могут, с одной стороны, говорить, что мы там поддерживаем Украину, а с другой стороны, прекрасно принимать любые так называемые кровавые деньги. И все это то туфта, и поэтому в России голод невозможен именно по причине... Его можно сделать искусственно только, если власть перестанет окормлять народ. А в связи с тем, что власть делает очень правильно, она замещает народ, то есть она часть людей, там, ну, меньше миллиона, конечно, уехала. Это же потребители, в первую очередь, а не только производители труда, но и жрали они, надо сказать, в 3 горла. А сюда приезжает кто? Таджикистан, Узбекистан, люди, которые привыкли к меньшему объему потребления. Соответственно, власти нужно меньше денег с точки зрения того, чтобы окормлять этих людей. Вот и все. Вопрос про Дугина и Караганова. Дугин возводит стену, Караганов говорит, что да, тяжелое решение, но может быть все-таки ударить ядерным оружием по европейским столицам. Это что? Задача у каждого, чтобы не напомнить, что, подождите, если я не прокричу, что я самый экстремистский экстремист, то в дальнейшем не получится получить гранты. Если сегодня это такой маркетинговый тренд, если сегодня надо прокричать смерть и США
и ты после этого можешь прийти с какими-нибудь бумажками на стол, там, ну, не, конечно, не самому первому лицу, но всем остальным лицам, и получить под это хорошие бабки, лекции, там, семинары, выступления в каких-нибудь институтах, кафедры и же с ним. Ну, вот чаша весов. То есть получается, что статья Караганова, которую многие, там, в том числе эксперты, оценивают как некий сигнал, что это вот следующее после Каховской ГЭС, некая красная линия, к которой мы тоже готовы перейти, смотрите, бойтесь, торгуйтесь с нами, в конце концов. Все гораздо проще, на ваш взгляд. Не надо искать черную кошку там, где ее нет. Ну, Караганов же не ВВ. Принимать решение о ядерном ударе кто может? ВВ. Ну, где Караганов, где ВВ? Он, конечно, значимый человек, но он относится там, к какому-нибудь третьему, пятому, шестому эшелону. Первый эшелон — это генералы, генерал-лейтенанты. Даже не все генералы вхожи в этот круг. Что вот сегодня ПЭФ проходит, там сегодня очень важно с точки зрения Византии, как кого заходят, заводят, кто будет присутствовать. Это не важно не для вас и не для меня, а важно в их тусовке будет. Кто будет в какой последовательности посажен, кто будет за ленточкой, кто перед ленточкой. Поэтому Караганов или Дугин, ну... Слушайте, я тоже могу всякой чухни нанести, но просто я чуть-чуть больше себя уважаю, мне не нужны госконтракты на эту тему, потому что это, ну, мелко. А Греф, кстати, в этой византийской традиции, он выступает, он вроде как представлен, он попадает в поле внимания информационное. Греф сегодня в какой позиции находится? Ну, Греф из этих всех, как это, самый травоядный и самый прогрессивный из этих людей, если уж разбирать вот общую византийскую историю. И ему крайне важно удержаться в Сбербанке. И тогда, поскольку Сбербанк — это такая кровеносная система, и важно, чтобы эта система не разрушалась, поэтому Греф — это один из прогрессивистов всей этой системы. А Константин Эрнст и его высказывания, которые, с одной стороны, интерпретируют, про кино я имею в виду, студия имени Горького, 72-й год, вот Голливуд сейчас снимает такую же фигню, как и студия Горького. Здесь многие обратили внимание на то, что ну как же так, в этот год был, например, выпущен фильм «А зори здесь тихие», и это действительно такое серьезное произведение искусства. Но, кстати, есть и другое мнение, я посмотрел там разные попытки интерпретировать слова Эрнста, а говорит, нет, вы не обращайте внимания на то, что было выпущено в 72-м году. Вы обращаете внимание на то, что снимали в 72-м году. А снимали в 72-м году тот самый сериал, который вышел уже в 73-м. Это «17 мгновений весны». И нет ли в этом некого намека, некой попытки с помощью вот такого образного высказывания, ну, скажем так, указать на кое-кого? Или это такие уже слишком смелые, вольные интерпретации? Ну, это вольные, конечно, интерпретации. Константин Львович выполняет, он как-то слуга царю, отец солдатам. Он допускает большое количество вольностей, в том числе и на федеральных каналах. Я это регулярно говорил, что нет более оппозиционных ньюсрумов, чем ньюсрумы «России-24», «Первого ТВ» и все остальное. Но как-то вам любой из этих сотрудников скажет: ребята, а у вас есть какая-то альтернатива, ну, то бишь, вот, у вас есть какая-то иная система, что ну, мы там можем найти где-то какие-то доходы, прокормить семью и все остальное. Ну, сегодня будет такой тренд. Если бы была бы какая-то альтернатива, например, как в 90-е, когда было много медиахолдингов, тогда, ну, еще понятно. Поэтому Константин Львович исполняет свой верный функционал. А насчет российского или советского кино... Я, наверное, тоже боюсь огорчить в том числе и любителей советского кино, что многие фильмы, если не сказать, что большая их часть, это ремейк. Ну, возьмите, например, не знаю, там, любимый мной абсолютно фильм, обожаемый там Евстигнеев и же с ним, «Собачье сердце». Когда мы начинаем его с вами рассматривать, то оказывается такой косплей, как со старых иных фильмов. Такая же история там, и советских старых комедий, и же с ними.
Еще вопрос у нас, не так много времени остается, но спрашивают про военкоров. Тут военкор, ну так называем военкор, я не знаю, как их уже обозначить, там совершенно разные люди. Но они вот встречались с Путиным, и один из них, уже выступая у Скобеевой, Сладков, сказал, тут контрнаступление идет, а я сидел в карантине для того, чтобы встретиться с Путиным. И вот здесь на что я обратил внимание? На то, что Путин рассказывает военкорам то, что происходит на войне. Многие из них действительно там были, это правда. Там Евгений Поддубный, который, в общем, не вылезает из горячих точек, по-разному можно относиться, как он это освещает, но он там действительно присутствует физически. Почему они так слушали то, что он говорил? Поддакивали как-то? Они же понимают, как там все, наверное, я предполагаю, если они на местах работают. Понимают, а что они, ну, какая у них версия, он может сказать... Ну, не знаю, ну, можно глаза позакатывать. Ну, не знаю, ну, как-то можно демонстрировать? Все, что касается, подождите, ваши коллеги, ну, потому что многие из них все-таки журналисты, у них все, что касается покер-фейса, лучше, чем у меня. Вот я сразу могу сказать, я вот недавно видел выступление Белоусова, и брали ваши коллеги из РБК, у него интервью, и он сделал такую сентенцию, очень важную сентенцию. Он сказал, что вы знаете, вот есть взнос с бизнеса, там в районе 300 с лишним миллиардов, и я вам открою великую тайну, он так ему сказал, что на самом деле бизнес сам хотел отдать эти деньги. Прямо вот сам хотел. Я смотрел не за тем, что говорил Белоус. Белоус был в таком расслабленном состоянии, а насколько люди, а там, в общем, были два хороших интервьюера, что они, надо сказать, ну, слегка мордой, конечно, торганули. В общем, я бы торганул бы точно. Поэтому вот, несмотря на то, что я могу, в общем, играть в покер неплохо, но поэтому, ну, а что ты будешь делать? Сказать, что это не так? Особенно вот эта сентенция, что как она из мультика про поросенка Фунтика. Я напомню, там тоже практически это встреча военкоров с Владимиром Владимировичем. Там госпожа Белладонна к ней приходит, сыщик, и говорит, вы знаете, пули хозяйка свистели над нашими головами, а сапоги над вашими головами не свистели. Вот практически я когда увидел вот это про то, что там обстреливали трассерами, я так сразу думаю, о, слушайте, а я где-то это видел, сюжетная линия прямо соблюдается. Ну, то есть у них очень хороший покер-фейс. А они знают, конечно, как реальность. Ну, что, они будут говорить, что это не так? А Путин в вертолете, попавшем под обстрел, это что за история? У вас есть ответ на этот вопрос? Я просто пытался поставить. Может быть, вторая чеченская, когда он туда летал? Потому что вряд... Ну, вот у него сознание, тогда он сказал, исказил. Ну, это изменилось уже после этого. Но это очень важно, как это вы знаете, что это с точки зрения манипулятивной технологии крайне важно присоединиться и сказать, я такой же, как вы. Ну вот оно и было, что пули над головой свистели. Ну все, поэтому тоже с точки зрения, как говорится, диалога все было вполне корректно. Если бы он произнес, слышите ли вы меня, бандерлоги, а они бы произнесли, мы слышим тебя, КА, то, в общем, и мультики советские надо вообще позапретить, потому что мне кажется, что они разрушают вертикаль власти и политическую систему Российской Федерации. А это советские мультики, кстати, это ужасно. Ну и в завершение, мирный план ЮАР, как вы оцениваете, вообще африканской делегации, сегодня в Киеве как раз эта делегация присутствует, и там сообщали об ударе баллистическими ракетами как раз по Киеву параллельно. Ну, ключевое, надеюсь, в множестве текстов, которые ЮАР предлагал, и вообще Африканские республики, я надеюсь, вы смогли разгрести лишние листья и все-таки найти корень. А корень там один. Ребята про зерновую сделку. Если вы разбираете эти листики, то вы должны задать вопрос. Подождите, мирный план урегулирования России и Украины, причем здесь зерновая сделка? А ЮАР, как любую, в общем-то, африканскую страну, волнует основное. Чтобы Россия и Украина не ушли с рынка зерна. Но к мирным переговорам это не имеет никакого отношения. Потому что иначе, если будет какая-то проблема с зерновой сделкой, то в Африке может быть возникнуть голод. Поскольку интенсивное землепользование они как не налаживали, так и не налаживают. А любят развлекаться в том числе игрой там в социализму. Потому что, напомню, советская власть очень сильно этим развлекалась, тем, что говорила, что вот теперь какая-нибудь страна тоже идет по социалистическому пути. Вождь говорил, да вообще не вопрос. На флаг своего государства вешает автомат Калашникова и говорит, что мы строим свой социализм. Но это опять-таки, это политический тренд. Если за этот политический тренд ты получаешь халявное оружие, получаешь кредит,
строительство каких-то энергоподстанций, специалистов, медицину и все остальное. Ну что, тебе сложно сказать, что у тебя социализм? Сейчас надо прокричать все, смерть всем живым. И, в общем, механизм тот же самый. На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Дмитрий Потапенко был с нами сегодня на прямой связи. Дмитрий, спасибо вам и до следующего раза. Всего доброго. Пока-пока.